Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Кировской области. Международное агентство провело анализ по целому списку показателей социально-экономического развития региона, работы с бюджетом, изучило структуру государственного и муниципального долга. В результате оно подтвердило рейтинги Кировской области на уровне BB-. Прогноз стабильный. Этот уровень, по оценке Fitch, область вышла в прошлом году. До этого эксперты давали негативный прогноз по региону. Программа «Экономика». Открытие ТРЦ на Луганской отложили. Сроки сдвинуты с конца этого года на второе полугодие 2019-го. Сейчас площадка федеральной компании «Макси Девелопмент» на улице Луганской пустует, но от проекта инвестор не отказывается, пишет «Навигатор». Он планирует построить двухэтажный торгово-развлекательный центр и гипермаркет товаров для дома. ТРЦ должен стать крупнейшим в городе. Кроме территории на Луганской, «Макси Девелопмент» приобрел землю на Московской 102. Там планируется гипермаркет, профиль его пока неизвестен. Ранее там хотела строить магазин казанская компания «Агава», владеющая сетью гипермаркетов DIY «Мегастрой». Позже она отказалась от участка и подбирает в Кирове другой. Экономика на 101 FM. Мошенники обманули кировчанку при бронировании жилья на курорте. Еще зимой она перевела за апартаменты на Кипре порядка 50 тысяч рублей. Сейчас женщина решила убедиться, что с бронью все в порядке, но узнала, что на ее имя жилье не забронировано и деньги от нее не поступали. Сайта, с которого производилось онлайн-бронирование, больше не существует. Полиция рекомендует бронировать жилье и билеты только на проверенных сайтах, сохранять платежные документы, требовать с арендодателя реальные фотографии жилья и изучать отзывы других путешественников. В завершение о курсах валют. Доллар сегодня 59,54, курс евро 67 рублей 69 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.